переходов. Но вот, к сожалению, допустила вот ошибку на повороте в этюд и на элементе мастерства. Еще одна представительница женской взрослой художественной гимнастики. Она из Израиля, Нета Ривкин. Готовится выступать на своей третьей Олимпиаде. Да, я вот, если сейчас вспомню, мы когда комментировали чемпионат Европы из Баку, и, по-моему, это был десятый чемпионат Европы. Так что гимнастка очень интересная, давно выступающая. То как раз вот о полупальце на повороте. Вот такой полупалец, как у Нета Ривкин. Ну, очень красивая стопа, да, девочки. Не делает, наверное, ни одна гимнастка. Под музыку итальянского композитора Джованни Моранди исполняет гимнастку упражнения. Тренирует ее Элла Самохвалов. Этот тандем тренер и гимнастка существует уже в течение 20 лет. Абсолютно сроднились. Да, я думаю, ой, как жалко. И это не новый элемент, не новый элемент у Неты. Она его выполняла в прошлом году. Просто сделали немного другой выбор с предметы. Может быть, это помешало. Вращение в планше. Достаточно четкая. Да, достаточно четко, да. Ну. Потери, конечно, перечеркивает. Нета Ривкин. Такое яркое упражнение. Приглашается Дина Строго Аверина, наказывают. Россия.